Есть ли что-то, к чему нужно подстраиваться? Посмотрим. Посмотрим. Не время. Опять первая полоска за Наксу. Надо наказывать. Вот, хорошо, наказал. Вот что нужно Берилу. Наказывать миксапы, которые не угадывают. Очень маленькие комбы пока что видим. Что-то не коннектится, видимо, в комбах у Берилу. Ой-ой-ой-ой. У него не такой большой рейд на дамаг с мидскрина, зато очень сильный дамаг в углу. Мидскрина там есть, наконец, реагирует. Да, это оверхед очень долгий, когда нога огненная летит в тебя. Нужно стоять. Это комба. И это больно. Сейчас будет больно. Нижний демон. Постой, пожалуйста. 30, 32, 33, 36. Ох. И продолжается прессинг после этого еще. Мало хп убил. Надо что-то делать. Надо что-то придумать. Хорошо. Оверхед. В углу. Вот в углу Рейден, я бы не стоял в нем углу. Сейчас, если он попадет, будет очень больно. Нет, дропается в угловая комба. Да. Здесь очень большой можно было урон сделать в районе 50. Что ты делаешь? Использует брейкер, очень опасно. О, и, возможно, это было просто неоправданно. Я стою в метре, я буду кидать сапоги, которые просто нереально наказываются. Но он угадал. Молодец, рисковый парень. Да, Белел мог наказать это. Нужно наказывать это. Не среагировал, что попал сейчас второй удар. Мог пролететь хотя бы своим. Но... Отпусти меня! Поменялись опять в углу, теперь находится Рейден. Угадал, реагирует. Ну почему Армором-то? Что ты делаешь? Чуть пораньше нужно было реагировать. Наказывай. Вот, хорошо. Хотя бы 3% это начало. Нет, это начало, начало, что хотя бы реакция пошла. Реакция пошла. У нас три полоски, нужно быть осторожным. Главное не расчесать. Здесь еще можно закончить по-красивому каким-нибудь X-Ray'ем. X-Ray профессионалы особо не юзают, но... Но не используют, простите. Берил нужно что-то делать. Как завершение хорошо, раунда наказание. Весьма хорошо, у нас вещь. Очень мало хп. Будет рисковать. Заметь, что никто не использует никакие интеракта было в игре. О, вот оно уважение, когда два игрока стоят друг перед другом в блоке. Я уважаю тебя, ты уважаешь меня. Кто же первый что-то сделает? Он дунком на Маклауд, не знаю, как-то молниями все время разгорается. Возможно. Комба. Больно. Тун, 37 в прошлый раз увидели. Нет, прессинг. 4, но продолжается. Ой, прессинг. Нет, Велес среагировал. Хорошо, бросок. В углу. Ой, это нет. Не, туда не отменил он бег. И с оверхеда попадает. Мама, помоги. Постоянно он сидит в блоке сейчас. Он Скорпион. Летит и кричит: мама, помоги, потому что только мама может помочь против Скорпиона. Ох, звонит. Очень большой минус на этих штуках. Нужно реагировать. Нельзя стоять их жрать. Заблочил, подбежал и наказал. Добьет. Нет, чуть-чуть останется. Будет миксап, бросок не... Хорошо. Давай, камбэк. Я верю, нет. Не смог. 2-0 в пользу нации. 2-0. Наши ставки просто... Да, Белил, опыт. Мы, если бы все-таки действительно ставили ставки, мы бы сейчас выкидывали уже свои билетики какие-то и, наверное... Мне пришлось бы продавать телевизор, носить дома. Пора бы было бы увольнять. Да. Вообще. Как перестроиться? Что нужно делать? Почему такие маленькие комбы получаются? Ведь Рейден славится своим уроном. У него с середины экрана и в углу почти одинаковый урон, выше 45 за 1 метр. Но у него хороший урон слоу на мидскрине, на миде с оверхеда. Ты заметил, он что он даже комбить. Не пытался ни разу слоу начать, но хотя оверхеды потому его что... тоже кушались. Так оверхеды только и кушались, потому что все на мидскрине против Рейдена будут стоять, держать низ блок, потому что оверхед не комбится на мидскрине ни во что, кроме «мама, помоги». Понятно. Вот в чем проблема. Рейду нужно загнать Скорпиона в угол и изнасиловать. Это единственный окей, план. Третья игра. Хорошо, Белил, первая полоска его. Наказывай телепорт, больнее наказывай. Нет, дропай. Хорошо, хороший апперкот. Прости, я как фанат интеракта был, жду, пока здесь кто-нибудь использует верхние лианы. Уж очень я не... Где твоя кепка? Я люблю интеракта было тогда. Ой, Белил, ну давай. По здоровью, но опять-таки в углу. Вот, хорошо, армор. Сейчас будет больно. Нет, отменяет. Отмена. Не успевает он. Эта отмена ведет на комбу, дальше комбить можно. Он чуть-чуть не успевает. Мало хп у Скорпиона. Будет рисковать, будет какой-нибудь телепорт. Нет, тейкдаун арморный, чтобы снять 15%. Не знаю зачем, не уверен, что был нужен. Ни на что он его не вывел. Да, просто потратил метр, который сейчас бы очень сильно пригодился. И начинается как раз игра, точнее, следующий после раунд. После такого можно и не вытащить. Наказание. Уже накопил следующий метр. Нет, дропает, Белил. Соберись. Хорошо, Скорпион вышел на комбо. Брейкер в углу. Не угадывает Белил, не ждет телепорта. Телепорт наказывается. Нужно его ждать. Right. Как же мне нравится озвучка. Ой-ой, опять миксап. Просто не угадывает оверхед. Опять не угадывает оверхед. Никак.
Очень больно. Опа. Что-то случайно, по-моему, было введено сейчас. Да, да, что-то не то было. Нет, Велел отдает этот матч. В смысле раунд, извиняюсь, раунд, но... Матчпоинт. Матчпоинт для нации, если сейчас выигрывает раунд, он выбивает Велела из турнира. И... Очень надо, дерзкий, просто. Ты подходишь ко мне, я бью тебе кулаком по лицу. Получает 100 баксов. 100 баксов. 100 баксов. Нет, порвал бросок, хорошо. Что дальше? Оверхеды, нацу блочит оверхеды, не боится он, лол. Стал блочить оверхеды, предыдущих он не блочил. Да. Но это хорошо для Белила, если он очень осторожен, очень осторожен. Нервничает сейчас Белл и нервничает. В углу нервничает опять угадывает миксап. Оверхеды. Нацу очень агрессивный. Нет, это достигаю своей цели. Все. И... Да что ж нельзя такое? Дропать. Сколько мы раз видели это в комбо-роликах, когда... Очень сильно бил теперь. Давай. Хорошо. Хорошо. Ой, как поймал армор. Молодец. Остается буквально чуть-чуть. Нет. Мы все-таки увидим. Он может его добить. Кто? Вот сейчас миксап после этого. Телепорт. Отгадает, нет. И что сейчас будет? Нет, он думал бросок. Он еще жив, нет. Не. Красивая игра. 3-0. И, может быть, все-таки стоило обратно вернуть Котл Канон на середине, когда стал так проигрывать. Я не знаю, это решение просто Белла. Просто человек взял себе программу на всю игру. И если он тренировал...